Юрий Левитанский. 100 рублей не копил, не умел, 100 друзей все равно не имел. Из чего захотел 100 друзей? 100 друзей — это же целый музей, 100 как Библия мудрых томов, 100 умов, 100 высотных домов, 100 морей, 100 дремучих лесов, 100 вселенных заманчивых зов. Скажешь слово одно, и оно повторится на 100 голосов. Ах, друзья, вы мудры, как Сократ, вы мудрее Сократа 100 крат. Только ведь и сам не хочу, чтобы 100 меня рук по плечу, 100 сочувствий искать не хочу. У витрин, у ночных витражей ходят с ружьями 100 сторожей, и стоит выше горных крижей одиночество 100 этажей.